За ограждение не выходить, даже если очень хочется пуститься в пляс. На паркете спортсмены, по периметру судьи. Все внимание голосу арбитра и музыке. Лично я вышла только с болезни, вот у меня до сих пор остался кашель, но все равно я тренируюсь, потому что нужны достойные места, очки. Мне осталось до С-класса 3 очка, я очень над этим работаю. У меня есть разряд, а партнеру нужно получить его, а мой подтвердить. Надеемся хотя бы перетанцевать перспективную пару. Только в первом туре пара представляет 6 танцев. Открыли чемпионат двоеборцы, исполнители танцев как европейской, так и латиноамериканской системы. В следующих отделениях танцы только одной из них. Для подтверждения квалификации и дополнительных баллов ча-ча-ча или танго. Споткнулся — предупреждение. Костюм не по требованиям — нарушение. За это могут даже обнулять баллы. Готовятся к соревнованиям и судьи для справедливой оценки. Мы сейчас часть государства, у нас же по результатам выступления присваиваются разряды, а значит еще строже. Это не просто классы нашей общественной организации. У нас параллельно есть классы, а есть разряды. А что касается разрядов, это уже требования государства. Люди идут по этим, например, КМС, и там какие-то льготы при поступлении в институт. Это учитывается. А если учитывается, значит условия должны быть крайне жесткие. Переживаем, наверное, мы, родители, больше, чем сам ребенок. Он уже, поскольку с малых лет занимается, у него выработался какое-то спокойствие, наверное. Может быть, даже уверенность. По крайней мере, внешне я не вижу, что он волнуется. По мне это заметно, а по нему нет. Родители помогают своей поддержкой, добротой, опорой и то, что они могут поддержать, помочь там с костюмами и тому подобное. Уровень подготовки участников возрастает из года в год, хотя самих спортсменов становится меньше. В этом, по мнению организаторов, сыграли роль и мастерство, и высокие амбиции тренеров. Поэтому среди спортсменов действительно высокая конкуренция, а эксперты отмечают повышение уровня танцевальных пар в крае. Музыка заиграла и думает уже не голова, а тело. Тогда включаются чувства, талант и харизма. Где-то здесь спорт и превращается в высокое искусство. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.